Заместитель акима области Серик Сулейменов и аким города Ганибек Казантаев провели совещание по актуальным вопросам жилищного строительства, общественного транспорта, газификации, качества предоставления коммунальных услуг. Среди главных задач Серик Сулейменов обозначил обеспечение жильем многодетных матерей и жильцов аварийных домов. В этом году, по данным соответствующего управления, начнется газификация пригородного аульного округа Ахсуат. Подана бюджетная заявка на разработку ПСД газификации аула Абай. Аким города отметил, что большое внимание также будет уделено строительству и ремонту дорог. На левобережье планируется построить цветочный бульвар. Поручено держать на контроле исполнение в срок всех намеченных дел и поручений.